Друзья, всем привет! Значит, сегодня у нас на ремонте, на проверку насос. 4 форсунки на проверку, но одна форсунка на ремонт, потому что клапан ударил по распылителю, и он превратился в вот такой лысенький. Поэтому распыл под замену. Пезики я с коллегой буду проверять. По номерам давайте пробежимся быстро. 4М5Q, 9F593AD. 4 форсунки. Вот. Насос наш старый добрый Siemens K10, нижнее подчеркивание 1. А22-00-30-32. Номер его каталожный вот под такой наклеечкой. Видите, вот. Либо 4М5Q. 90-395 АЕ. Вот. Проверим его, скинем на стенд. Вот такой, видите, он трехсекционник. Не такой, как наш любимый Delphi. Все проверим. И я потом отпишусь по ценам, сколько это будет стоить. Будет у нас опыт уже по ремонту Siemens'ов. Это у нас Focus 2. 1.8 TDCi. Он же Mondeo. Они стоят еще у нас на коннектах, на торнео-коннектах, на транзит-коннектах. Эти же насосы, такие же насосы, такой же насос, такие же 4 форсунки, идентичные один в один, стоят на FFBA Mondeo 4, KKDA-шные Focus 2, вот. И, как я сказал, на фокусах, на торнео коннектах и на транзит коннектах тоже они же стоят. Идентичная это моя машина. Вот моя машина. Посмотрим, сколько это будет стоить, приценимся. Потому что старый добрый Siemens, на него запчасти очень мало. Это не Continental. Это не ВДО, это у нас старый добрый наш Siemens. Вот здесь будет нюанс по этой форсе. Тут нужно сначала, ну, проверим пезик, есть ли смысл вообще ее делать. Если пезик 200 килоом, допустим, будет там, ну, от 160 до 220. Если он живой, то поменяем только распыл, отрегулируем на стенде и будем дальше посмотреть. По насосу кинем тоже на стенд, посмотрим, какой регулятор, в каком состоянии, что он у нас запоет. Так что, ребят, как-то так. Всем добра. Будем на связи, отпишусь по этой аппаратуре, потому что мне очень самому интересно. Всем добра!